чувствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Вы будете и режиссерами своей жизни, и актерами в ней. И от того, насколько удачно будут сыграны главные роли, зависит успех вашего общего творения. А название этого творения – «Семейная жизнь». Как тут сложно в этом большом, таком непростом мире найти человека, который будет поистине тебя любить, который будет мириться с твоими недостатками и даже считать, что они милые. Человек, который будет гордиться твоими достоинствами. Человек, который всегда придет на помощь. Который разделит с тобой радость и те минуты, когда тебе непросто. Я рада за вас. Судьба подарила вам этот шанс, эту радость. Вы встретили друг друга. Александр, согласны ли вы взять Фариду в свои законные жены с этого момента? В радости и в горе, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, чтобы любить и лелеять, пока смерть не разлучит вас. Да, согласен. Фарида, согласны ли вы взять Александра в свои законные мужья с этого момента, в радости и в горе, в богатстве и в бедности, в болезни и здравии, чтобы любить и лелеять, пока смерть не разлучит вас. Вам о том, что вы сегодня отдали друг другу самое дорогое, что у вас есть. Вы отдали друг другу себя. Поэтому оправдайте доверие друг другу. Почувствуй мою любовь во взгляде и в каждом жесте. Коснись поцелуем губ и ласково улыбнись. Поверь самому себе, что мы наконец-то вместе. Поверь, мы с тобой нашли, чтобы рядом прожить всю жизнь. Не нужно грустить о том, что было когда-то в прошлом. Оно лишь нелегкий путь, который пройти пришлось, чтобы встретились я и ты в своем настоящем общем. И чтобы у нас с тобой и будущее сбылось. С праздником, Фарида и Александр!